Тонкий лед – главный риск на водных объектах в межсезонье. В зоне риска – рыбаки и дети. Наша съемочная группа вместе со спасателями отправилась в рейд по водоемам областного центра, чтобы на месте оценить ситуацию. Молодой человек рассекает по тонкому льду тьмаки с клюшкой, а рядом рыбак делает прорубь. Ледостав на водоемах Твери только начался, а многие уже пробуют лед, не думая, что провалившись даже у берега, человек рискует не просто травмироваться, но и утонуть. В Тверской области уже произошло несколько несчастных случаев, некоторые закончились крайне трагично. Спасатели подчеркивают, не выходите на неокрепший лед. Главная опасность у нас сейчас дети, которые сейчас будут испытывать лед на прочность. И родителям очень важно не пустить их в самостоятельное плавание. Находиться с ними всегда на контроле, следить, где находится ваш ребенок. С наступлением холодов на поверхностях водоемов образуется ледяная корка, но в теплые дни лед начинает подтаивать, становится рыхлым и опасным. Тонкий лед не шутит. Это смертельная опасность. Допустимая толщина льда для перехода человека 7 сантиметров. Сейчас лед 3-4 сантиметра. На реках он вообще еще отсутствует. И на многих водоемах, где было волнение или проточная вода, там лед еще не установился. Лед установится только после недельной низкой температуры. А в ближайшие дни метеорологи прогнозируют повышение температуры воздуха в Тверской области. Она будет даже чуть выше нуля. Поэтому и без того тонкий лед, который сегодня уже образовался в водоемах региона, еще подтает. Поэтому будьте аккуратны.